В 1962 году я испытывал в моей жизни небольшие сложности, поэтому я решил поступить на службу в армию офицером, техником. В те годы любой пожелающий мог поступить в армию, но из-за того, что у меня передний зуб был немножко сломан, меня не взяли. Знаете, из-за этого, знаете, мне казалось, что военный врач, он просто придирается, поэтому я попросил, пожалуйста, помогите мне. Однако он мне сказал, послушайте, даже я, если подам документы на увольнение, я не смогу вам дать зачет. Ладно, если бы этот зуб был плохо виден. В те годы я впервые понял, какой я человек. По-человечески в этом мире я был никчемным человеком, ненужным человеком. Я понял, что никто не желает меня. С того момента вера в себя разрушилась. А это очень сильно помогло в духовной жизни. Когда я слушаю слово Иисуса, у меня нет сердца, которое верит в себя. Я понимаю, что слово Иисуса намного праведнее, поэтому мне проще принимать слово Иисуса. Однако, сердце Иисуса или сердце другого человека, неважно. Тогда, когда это сердце отличается от моего сердца, принимать его в мое сердце очень сложно. Сегодня утром, я не знаю, насколько я смогу ясно вам объяснить, но хочу рассказать именно об этом сегодня. Я общался с братом Ким Чу Ан, когда почти он находился при смерти из-за болезни рак. Врачи говорили, что ему осталось 2 дня. По-человечески, да, у него не было возможности выжить. Тогда я решил повторить за Иисуса. Если Иисус придет в эту палату, Он обязательно поднимет нашего брата. По слову Иисуса, я также сказал этому брату. «Брат, открой глаза!» Я сказал ему. Когда я зашел в палату, его супруга, его мама тоже находились вместе рядом с ним. Мама брата находилась перед кроватью и плакала. Его супруга в своем сердце уже похоронила мужа, поэтому опустила голову. Когда я зашел, она приподняла голову, посмотрела на меня и снова опустила голову вниз. Если Иисус вошел бы в эту палату, то Иисус ни в коем случае не прошел бы мимо этого брата, Он бы обязательно его вылечил. Тогда, и ведь во мне есть также этот Иисус. Ведь Его сердце есть во мне. Тогда, если сердце этого брата я соединю с сердцем Иисуса, который я имею, тогда этот брат сможет выжить. Такая у меня появилась вера. Я ему сказал, брат Ким, открой глаза, посмотри на меня. Да, пастор. Ты сейчас болеешь болезнью рак, и поэтому врачи говорят, что осталось тебе 2 или 3 дня. Но слова Иисуса не могут соответствовать со словами врача. Поэтому послушай слово Иисуса, которое отличается от слов врача, и попробуй его принять. Брат Ким,
электричество проходит через провода. Электричество обязательно пойдет в любое место, если соединить через провода. Вода же проходит через трубы. А воля Иисуса проходит через сердца наши. Для того, чтобы было электричество в доме, его не нужно в сумке приносить или не нужно в машине перевозить. Не так проходит электричество. Не на машине. Нужно просто соединить проводами. Тогда электричество войдет в любое место и будет работать. Вода будет течь, если будет соединена с трубами. Послушай, брат Ким, сейчас ты находишься при смерти. Если твое сердце станет сердцем Иисуса, если ваше сердце соединится с Иисусом, тогда у Иисуса есть сила, которая может вылечить тебя. Поэтому исцелиться тебе – это не проблема. Брат Ким, я тебе подскажу, как соединить твое сердце с сердцем Иисуса. Я пастор. Я не умею хорошо играть в футбол. Я не умею хорошо играть в волейбол. Но пастор – это тот, который соединяет сердца людей с сердцем Божьим. Брат Ким Чуан, я сегодня читал Библию несколько раз. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Те книги, где есть слово Евангелие, Евангелие от Матфея, Марка, от Луки и от Иоанна. Есть четыре книги Евангелия. И эти книги, они прямо описывают Иисуса, потому что Иисус сам является Евангелием. Когда я читал Евангелие от Матфея, Иисус, Он никогда не проходил мимо больных людей. А Евангелие от Марка, Иисус никогда не говорил больным людям, что я тебя не знаю, или не говорил, что мне лень вас лечить, или не проходил мимо. Он обязательно исцелял больных. То же самое касается Евангелия от Луки и Евангелия от Иоанна. Когда я читал Библию, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, вот как написано в Библии. Тогда Иисус, который был 2000 лет тому назад, и тот Иисус, которого верили в жизни Иоанна Веслера, или Иисус, в которого мы сегодня веруем, Он тот же, Он не изменился. И если этот Иисус сегодня войдет в эту палату, тогда Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанн, когда писали об Иисусе, вот Иисус пришел к брату Киму и прошел мимо, и брат Ким умер. Скажи, это разве возможно? Нет, это невозможно. Иисус, что вчера, что сегодня и вовек тот же. Поэтому Он сегодня исцелит тебя от твоей болезни. Брат Ким Чуан, послушай. Ты слышишь меня? Послушай, когда
Что тебе нужно сделать, чтобы было твое сердце по сердцем Иисуса единой? Это очень просто. Иисус никогда не проходил мимо больного. Ты же тоже больной, ты же тоже ведь умираешь. И этот Иисус, если Он действительно Иисус, если Он придет сюда, Он даже не пройдет мимо меня. Брат Ким, и тебя, и Иисуса, если будут одинаковое сердце, тогда, когда твое сердце будет едино с сердцем Иисуса, электричество проходит через провода, вода проходит через трубы. Правильно? А сердце перетекает через сердце. И тогда твоя болезнь — это ничто. Именно так на протяжении полчаса я рассказывал этому брату о сердце Иисуса. В 1999 году у меня были серьезные проблемы, связанные с сердцем. Потому что в 99 году я поехал в Перу, в Риму, и там проводил семинар. Знаете, многие люди собрались. И брат Йонгдзе, которого сейчас нет уже с нами, он был ведущим, а я сел. И так сильно билось сердце, что я не мог терпеть. Чуть-чуть вышел из зала и спустился на один этаж вниз, а там была комната для спортсменов. И я полежал на лавочке, и потом встал, поднялся наверх и передавал слово. После семинара в аэропорту города Рима, когда я садился в самолет, все братья и сестры из церкви вышли провожать меня и прощались со мной, говоря «до свидания». И когда они возвращались, знаете, что они сказали между собой? Это последний визит пастора Уксупака в нашу страну. Они ни в коем случае не могли представить, что я вернусь к ним снова, будучи живым. И это было в 99 году, а сейчас 2020 год. Представляете, 20 лет тому назад это было со мной. В те годы у меня были серьезные проблемы с сердцем. Если послушать сердцебиение, сердце бьется, потом вдруг останавливается. И тогда я был в городе Дэджон, и тогда у нас шло строительство восьмиэтажного здания, и просто поднялся на мостик второго этажа. Поскольку у меня было очень слабое сердце, я сел на месте и сказал: «Пожалуйста, братья, помогите спуститься мне». Знаете, братья вышли, еле-еле я смог спуститься. Тогда братья просто работали, знаете, на внешней стороне здания, и мне было так страшно, что я не мог смотреть, как они просто работают. Тогда я думал, смогу ли я прожить еще 3 месяца хотя бы. И поэтому я подумал, мой сын находится в Америке и учится. Нужно его позвать в Корею. Почему? Потому что образование можно получить потом. А когда меня не станет, как он сможет научиться вере? И поэтому я хотел научить его вере. В 99 году, до июля 99 года, это происходило со мной. Но в августе мы проводили конференцию. И то место, где проводили воскресную школу, и место, где проходило главное собрание, где-то 500 метров. И вечером, когда мы спали в палатках, я подумал: так, сегодня
Я 5 раз ходил туда и обратно, на то место, где проходила детская конференция. И как бы я ни считал, я 5 раз ходил туда и обратно. Если 1 раз сходить туда-обратно, тогда это 1 километр. И сегодня получается, что я, ну как минимум, 4 километра прошел. Я не мог поверить, что это произошло со мной. А оказывается, мое сердце уже здоровое. И с того момента я поверил, что я здоров. Потому что Господь сделал, чтобы я был здоровым. На следующий день я уже начал заниматься пробежкой. И мое сердце не испытывало трудностей. После конференции я вернулся в Дэджон. И перед молитвенным домом у нас была женская школа, и там был стадион. И поэтому я немножко бегал. И там очень красиво сделано. И когда я пробегал 1 круг, это где-то 300 метров. 2 круга сначала пробежал, и бок сильно разболелся. Но ежедневно я продолжал бегать, и постепенно 3 круга, 4 километра, 2 километра. Я взял себе легкие кроссовки, положил их в сумку. И в те годы я часто ездил в Россию. И в России даже каждое утро я вставал, бегал и в африканских странах, и в Германии. Со возрастом братья сказали: «Пастор, знаете, с возрастом ваши суставы ухудшатся, а бег портит суставы, поэтому я перестал бегать». Ну, где-то 5 километров, когда я пробегал, прямо чувствуется, что хорошо. Так приятно было. И знаете, сердце стало полностью здоровым. Знаете, не знаю, может, пресвитер Хуанг специально мне так говорит. Но он говорит, что у меня самое хорошее сердце среди всех братьев и сестер нашей церкви. Но, знаете, на 100% я, конечно, не могу верить ему. Однако, частично есть действительно доказательства. Потому что он же не знает прямо сердце всех наших братьев и сестер. Я сказал: «Брат Ким, дорогие братья и сестры, эта книга, которую мы имеем сегодня, это не просто книга. Это живое Слово Господа Бога, который вместе с нами». Кто-то может спросить: «Пастор, как эта книга, Библия, может быть живой? Это же книга. Она разве ползает? Разве она есть? Разве Библия может трудиться?» Я говорю: «Братья, вы просто не знаете. Библия действительно, она даже ходит». Да, и в Тэгу, в Тэджоне было, в другой город едет. Библия действительно работает. Кто-то говорит: «Как такое может быть, пастор?» Но нет ничего, чтобы больше работало, чем Библия. Если ты, брат Ким Чун Ван, если ты будешь с одним сердцем с Иисусом, тогда сердце Иисуса войдет в твое сердце. И тогда твоя болезнь — это ничто. Ты заболеваешь, а разве Иисус заболевает? Подумай. Чуан, послушай, пожалуйста, подумай. Если твое сердце соединится в единое сердце Иисуса, тогда ты сможешь победить и болезнь, и дьявола. Все сможешь преодолеть. В тот вечер я ехал в город Хуанчжу. Вместе с моей супругой и сыном ехали в город Хуанчжу. После собрания я ехал туда, чтобы провести вечернее служение. Я сказал моему сыну и супруге, чтобы мы на час раньше выехали для того, чтобы посетить этого брата Ким Чун Ван. И где-то 30 минут, может, мы общались с этим братом. Я сказал: «Брат Ким, вставайте, все, я ухожу». И я помолился над ним. И через неделю
Утром, когда я завтракал, вдруг зазвенел мне телефон. И говорит: «Здравствуйте, пастор!» В голосе чувствовалась сила. Я говорю: «О, брат Ким Чуан, у тебя как дела? Все хорошо?» Он говорит: «Да, пастор, как самочувствие?» Я спросил у него: «Пастор, вчера осматривался, и нигде в моем организме нет клетки рака». Он стал полностью здоровым. «Так почему ты притворялся, что болеешь?» Я сказал ему. Он говорит: «Пастор, я сегодня выписываюсь». Дорогие братья и сестры, я хочу вам сказать, что этот Иисус, Он очень многое сделал в моей жизни. И этот Иисус сегодня утром перед вами хочет сказать: веруй в Меня. Веруй в Мое Слово. Если ваше сердце будет таким, как сердце Иисуса, которое написано в Библии, тогда самое интересное, что мужчины, что женщины, красивые, некрасивые, милые, некрасивые, у всех будет одно сердце. Понимаете? Так ведь? Даже если супруги, у них разное сердце, тогда между ними будет неловко, неудобно. Что значит одно сердце или одна душа? Это значит, что мы доверяем друг другу. Это значит, что если наше сердце будет единым, тогда наши сердца будут перетекать друг к другу. Сердце Иисуса входит в мое сердце. И как Иисус исцелил больного, так же я могу исцелить больного. Поэтому Симеон Петр, когда он поднимался в храм, он смог поднять хромого. Сегодня мы о чем хотим поговорить? Симеон Петр пошел ловить рыбу, потом встретился с Иисусом. 3 года назад он тоже встретился с Иисусом, когда ловил рыбу, оставил рыбу, сеть и стал учеником Иисуса. И прошло 3 года. Петр на протяжении 3 лет жил с Иисусом, питался, спал, слушал слово Иисуса. Прошло 3 года, и в сердце Петра появилось колебание. Иисус, Он был распят на кресте и через 3 дня воскрес. И Петр встретился с этим Иисусом. Иисус воскрес! Ничего себе! Наш Иисус воскрес! Он теперь жив! Да, нужно свидетельствовать об этом. Однако для Петра еще осталась одна проблема. В тот день, когда Иисуса арестовали, Иисус сказал: «Ты трижды отречешься от Меня, прежде чем пропадет петух». Тогда Петр сказал: «Даже если мне надлежит умереть, я не отрекусь от Тебя, не оставлю Тебя». Однако Иисуса арестовали, и все убежали. А Петр же, он же как любимый ученик Иисуса, поэтому он не мог оставить Иисуса и убежать. И он следовал за Иисусом. И привели Иисуса в дом первосвященника. Петр же не смог войти. И Иоанн узнал, что да как, и потом вошел. Но служанка, да, пустила Петра в дом. Но потом эта служанка увидела Иисуса, Петра, и говорит: «Так ты же тот человек, который был с Иисусом в Назарее». «Нет, я не знаю такого человека». Иисус находился в том месте. Да, слуги, они находились во дворе. И
Петр тоже стал у костра вместе. И тогда люди сказали: «О, мы тебя знаем, ты ведь тоже был с этим Иисусом». «Нет, вы что, я не знаю такого человека Иисуса». Трижды он отрекся от Иисуса. И тогда, в этот момент, «Кукарику!» пропел петух. И тогда он вспомнил слова Иисуса, который сказал, что трижды ты отречешься от меня, прежде чем пропоет петух. И, вспомнив эти слова, он начал плакать. После этого Иисуса распяли на кресте, и через три дня он воскрес. Ладно, если бы не было бы Иисуса, а Иисус воскрес, и это стало для Петра проблемой. Почему? Потому что Петр мучился от того факта, что он предал Иисуса. Но сегодня утром мы прочитали Слово. И что говорится в Слове? Да, Петр, он ловил рыбу, встретился с Иисусом, стал учеником Иисуса, и потом видел много чудес, и потом Иисуса распяли, Иисус умер, потом Иисус воскрес. И тогда Петр должен свидетельствовать об Иисусе. Однако, когда ученики собрались, пришел Иисус и явил себя Фоме, показал свои раны на руке. Раньше Петр бы тоже бы хотел бы показать себя, доказать себя. Однако, да, Петру радостно, что Иисус воскрес. Но с другой стороны, он ведь трижды отрекся от Иисуса, и это осталось в его сердце. И он не может с тем же сердцем, которое было у него раньше, относиться к Иисусу. Я предал трижды Иисуса. Я, как я смею отрицать Иисуса? Я ведь оставил его. Как так можно было поступить? Какая душа образовывается у Петра? Как бы я ни думал, я человек, который трижды отрекся от Иисуса. Как я могу называть себя учеником Иисуса, любимым учеником Иисуса? Это неправильно. Я трижды отрекся от Иисуса. Как я могу быть учеником Иисуса? И однажды, да, из-за того, что так сильно мучила его мысль, что он предал Иисуса, поэтому он подумал: вот, нужно есть то, заниматься тем, чем я подхожу. Я же был рыболовом. И поэтому я достоин быть только рыболовом. Я трижды отрекся от Иисуса. И как я смею говорить об Иисусе? Неправильно это все. Да, я не ученик Иисуса. Петр, он вернулся прежнее свое место. Да, давно не брал в руки сеть, и взял сеть, и начал грести, и вошел в море, чтобы ловить рыбу. И говорят: что, только ты один пойдешь, давай вместе ловить. И ученики последовали за Петром. Но в тот день они не смогли поймать ни одну рыбу. Ни одну рыбу не смогли поймать. Знаете, Иисус, он рано утром пришел к морю, где ученики ловили рыбу, и спрашивает: поймали ли что-нибудь? Говорит: ничего не поймали. Тогда говорит: закиньте сеть по правую сторону. И когда они закинули, они поймали множество рыб. Ученики говорят: смотрите, это Иисус! И тогда Петр сошел с лодки. И когда он спустился,
они видят, что Иисус, Он взял костер, взял хлеб, пожарил рыбу. Петр ничего не мог сказать. Просто безмолвно позавтракал. А потом Иисус спрашивает у Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты, нежели они?» Сейчас у Петра появляются разные мысли, но он не знает, правильно он думает или неправильно. Но Иисус же смотрит на сердце Петра. Поэтому, да, хотя Петр трижды отрекся от Иисуса, но также у него было сердце, которое любит Иисуса. И эту любовь невозможно было стереть. У него есть не только любовь к Иисусу, но также есть сердце, которое отреклось от Иисуса. Смотрите, это история. Как вы думаете, для чего Бог написал эту историю в Библии? Сегодня у братьев и сестер наших церкви, неважно, кем вы являетесь, но и у вас, в вашем сердце, подобно как сердце Петра. Да, одно время у вас было сердце, которое любит Иисуса. Скажите, разве я не прав? Разве это не правда? Так ведь? Разве среди нас есть люди, у которого не было бы сердца, которое любит Господа? И все мы подобны Петру. Среди вас, да, есть те, которые были благодарны за любовь Христа, которые хотели жить ради Господа, которые были готовы отдать свою жизнь ради Господа, которые хотели посвятить свою жизнь ради Христа. Все вы были такими. Я прав? Однако, с другой стороны, какими вы были, как Петр, и были те вещи в ваших поступках, в вашей жизни, которые отдаляли Иисуса? Вы делали то, что не нравится Господу. И эти две вещи находятся в ваших сердцах. Сатана ежедневно, знаете, что говорит? У тебя не получится. Вот ты же вот это сделал. Как ты можешь заниматься делами Божьими? Какой ты пастор? Да, не смеши. У тебя не получится. Не получится, не получится. Получив большую милость, ты же совершил такой большой грех. У тебя не получится. Давайте я спрошу, дорогие братья и сестры. Скажите, как часто сатана говорит вам подобные слова? Ты не можешь быть евангелистом, ты не можешь стать учеником Иисуса, ты не можешь передавать Евангелие. У тебя то, у тебя все. Но еще раз, если скажем, сатана всячески делает, чтобы мы не хотели отдавать свое сердце. У нас есть сердце, которое любит Господа, и поэтому порой мы даже постимся, хотим отдать себя Господу, средства Господу хотим отдать. У нас есть такое сердце. Однако же, каждый раз сатана дает такие мысли: «Какой? Ты что? Ты же совершил грех! Ты же ведь обижал Иисуса! Какой ты слуга Господа Бога? Нет, 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 не получится из тебя ничего!» Многие люди слушают голос сатаны, и тогда они в конце концов говорят одно слово: «Я не могу». Дорогие братья и сестры, неважно, кем вы являетесь, если вы будете слушать голос сатаны,
тогда и вы будете говорить: «Я не могу, у меня не получится, я злой, я грязный, я отрекся от Иисуса. Какой я могу передавать Евангелие?» Сатана именно так ведет нас, чтобы мы отдалились от Господа, ведет нас к гибели. Когда мы слушаем голос сатаны, тогда действительно то сердце, которое хотело трудиться ради Господа, оно начинает пропадать. Да, я плохо пою, но я хочу тоже петь в хоре и прославлять Господа Бога. Я могу ли научиться этому? Я также хочу служить Господу. О, я хочу также посвятить себя Господу. Я хочу также передавать Евангелие. Я тоже хочу приглашать своих знакомых в церковь. Ты что? Говорит дьявол. Ты же сделал такое плохое. Какой ты можешь быть? Именно поэтому внутри вас именно дьявол делает, чтобы растоптать в ваших сердцах желание посвятить себя Господу. Однажды брат, который действительно любил Евангелие, брат, который действительно любил Бога, который хотел отдать всю свою жизнь ради Христа, он говорит: «Пастор, у меня не получится. У меня не получится. У меня не получится». Знаете, если бы я тогда не допустил ошибку, если бы я хорошо слышал Господу, как было бы хорошо. «Пастор, я такой плохой человек. Я такой грязный человек. Я лицемер. Как я могу говорить обо всем, что у меня на сердце? Я ведь такой грязный». Именно поэтому постепенно теряют силу в духовной жизни, и для них становится сложно вести духовную жизнь. Дорогие братья и сестры, мы кровью Иисуса Христа получили прощение грехов. Верите ли вы в это? Верите ли, что ваш грех омыт белее снега? Ведь когда вы в это поверили, у вас ведь было такое желание отдать себя полностью Господу, ведь вам было не жалко отдать себя, даже если ваше тело будет тяжело, ведь было бы не тяжело отдать себя, даже если порой мне придется голодать, даже если меня будут ругать. Но ведь хотели жить ради Евангелия, ведь я буду жить ради Евангелия, ведь было у каждого из вас такое сердце. У всех было подобное сердце. У всех было. Но сейчас же, к сожалению, эти сердца все исчезли. Сатана сделал так. Что ты? Ты ведь трижды отрекся от Иисуса. Какой из тебя проповедник? Ты ведь трижды отрекся от Иисуса. У тебя не получится, не получится, не получится, не получится. И эти слова очень громко звучали в сердце Петра. И этот голос уничтожает в моем сердце любовь ко Христу. Сердце, которое любит Иисуса. Сердце, которое готово отдать себя ради Христа. Сердце, которое хочет дать свою жизнь ради Христа. Сердце, которое хочет жить ради Христа. И не то, и не другое образуется в нас из-за наших мыслей. А если братья еще обманываются, они становятся противниками церкви, они начинают клеветать церковь, проводят пресс-конференцию против церкви. Сатана тоже очень мудрый. Когда я читал Библию, Евангелие от Иоанна, это слово Бог написал для братьев и сестер нашей церкви. Наш Иисус, Он пришел к Симону Петру и сказал: «Ты ведь трижды отрекся от Меня! Я ведь сказал, что ты отречешься от Меня, а ты Меня не слушался. Вот ты достойно получил
Так сказал Иисус? Нет. Иисус начал показывать, что у Петра есть любовь к Христу. Сердце Петра. Иисус начал побуждать сердце, которое любило Христа, и говорит, что это есть твое настоящее сердце. Иисус говорит, Иоанн, Симон, Ионин, любишь ли ты меня более, чем они? Люблю ли я вообще Иисуса? Я ведь отрекся от Иисуса. Могу ли я сказать, что я его люблю? Нет. Да, я, может, отрекся от Иисуса. Может, я согрешил. Но... Да, и, может быть, я употреблял наркотические вещества, может, я и воровал, может, я совершил грех. Но у меня было сердце, которое любило Христа. Христос, пожалуйста, прости меня. Я действительно люблю тебя. Я действительно любил тебя, Иисус. Я действительно... Хотел любить тебя, был готов отдать свою жизнь, хотел жить ради тебя. Это есть мое настоящее сердце. Но сатана растоптал сердце, которое любит Христа в Петре, и сделал, чтобы Петр смотрел на положение. Иисус же пришел к Петру и говорит, «Симон, Ионин, любишь ли ты меня, нежели они?» И говорит, паси овец моих. Симон и Ионин, паси овец моих. Эти овцы, если у них не будет пастыря, кто будет их вести? Пожалуйста, паси овец моих. Иисус в сердце Петра снова пробуждает сердце, которое горячо любило Иисуса. Наш Иисус, именно когда мы встречаем это сердце Иисуса, мы все будем Петром. Однако, если мы будем встречать голос сатаны, все мы станем Юдой Искариотом. Дорогие братья и сестры, все вы можете стать Юдой Искариотом, и также вы можете стать Петром, который поднимает храмового у храма, который отдает свою жизнь ради Христа. Тот, который проявляет большую силу Господа Бога, вы можете стать им. Поэтому в тот день, рано утром, Иисус, Он пришел к Петру, который оставил все и пошел ловить рыбу. Затем Иисус сделал костер, и когда еще холодно, он приготовил хлеб. Я не знаю, как Иисус поймал рыбу, но приготовил и рыбу. Да? Рыбу, которую только-только поймали. Принесите еще. Принесите то, что вы поймали. Да, вот, мы принесем. Когда мы читаем Библию, это Библия. Она? Да, он трижды отрекся от Иисуса. Говорил, что «Ой, какой я ученик Иисуса, у меня не получится. Я рыболов. Я буду ловить рыбу. Теперь я не ученик Иисуса. Больше я не могу этим заниматься». Иисус пришел к такому Петру и пробудил его драгоценное сердце. И чтобы Петр мог заниматься драгоценными делами Господа. Так Господь Бог вел Петра. Это удивительно. И говорит ему, ешьте. И ученики спрашивают, да, Господи, а он что? Они всю ночь трудились. И Иисус
приготовил и говорит: «Придите, обедайте». И Иисус спрашивает: «Симон, Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они?» До того момента Петр только думал о том, что он предал Иисуса. Однако, когда он услышал слова Иисуса, он ведь понимает, что он любил Иисуса. Да, он действительно любил Иисуса. И говорит: «Да». Однако, я ведь сказал, что даже если мне решит умереть, я не отрекусь от Иисуса. Поэтому, так сказал, но отрекся. Поэтому теперь он не может сказать, что я люблю тебя. И поэтому говорит: «Ты знаешь, что я люблю тебя». Наш Иисус, да, Петру, который совершил грех, который предал Иисуса, пришел и говорит: «Паси овец моих». Братьям и сестрам, сегодня мы являемся Петром нашего времени. Все мы, да, действительно имеем сердце, которое любит Иисуса. Правильно? Громче скажите. Так ведь? Да. Действительно, вы любите Иисуса. И сестра Ким, и брат Кан, и брат Ли, и сестра Чон. Вы любите Иисуса. Но дьявол говорит: «Нет, ты не любишь Иисуса. Ты что, о чем ты говоришь? Ты же отрекся от Иисуса. У тебя все равно не получится. Не получится у тебя ничего». Так говорит Петр. Так говорит дьявол. Представляете, сколько раз он говорил нам эти слова. Однажды сестра Ким свидетельствовала передо мной. И говорит, что поздно вечером вдруг услышал голос: «Джун». И она не могла понять, это она слышит или же это действительно ей просто показалось. Но этот голос говорит: «Ты ведь так долго трудилась много. Ты ведь пережила такие трудности. Пора тебе отдохнуть. И я сделаю, чтобы ты отдохнула». Такой теплый-теплый голос, который никогда она не слышала, вдруг прозвучал. И говорит, она никогда не слышала, что бы так кто-то говорил тепло, но это был дьявол. И дьявол сейчас ведет сестру Ким. И голос говорит: «Открой окно, спрыгни». Все равно человек рано или поздно умрет. А все равно он один раз умрет. Все нормально, когда умрешь, все закончится. Ты сможешь отдохнуть, зато тебе будет хорошо, у тебя будет покой. Сестра Ким Джон подумала: «А тогда о дочери? Как она будет жить без мамы?» Но знаете, бес как будто все знает, и бес говорит: «Не переживай, дочери. Ведь твоя мама любит деньги, а у тебя есть две дорогие квартиры, поэтому она возьмет их и будет хорошо заботиться о твоей девочке». «Умри, умри», — говорит голос. И тогда она вдруг вспомнила один случай. Месяц до того события они с подругами договорились пойти гулять и все приготовили. И с подругой разговаривали допоздна, но ночью она удавилась в ванной. И тогда сестра Ким подумала: «А, когда моя подруга умирала, скорее всего, услышала этот голос. А, это не я. Какой-то злой дух ведет». И поэтому она закрыла окно. Но вошла, открыла интернет и начала искать психолога. Искала врача. И у нее зазвонил телефон. И позвонила подруга Мёнгджон. И говорит: «Как у тебя дела? Что ты делаешь?» «А, я ищу психолога для консультации». «Послушай, неважно, что ты скажешь, но я хочу тебе кое-что сказать». «Да-да-да, говори, дорогая». «Давай ты встретишься с нашим пастором». «С пастором? Хорошо, давай я встречусь».
А что мне нужно сделать для этого? Приезжай на поезде в Сеул, тогда я тебя встречу на вокзале. Хорошо, Яна приехала в Сеул. И я услышал ее историю. Сейчас эту молодую женщину ведет злой дух. И она уже стоит в прямом пути в ад. Я сказал: женщина, вам нужно поверить в Иисуса. Тогда, знаете, она сказала такие смешные вещи. Она говорит: хорошо, я поверю в следующий раз. Это, знаете, очень опасные слова. А кто знает, кто, где и когда умрет? Так злой дух ведет наше сердце. Я закричал: вы что, беда случится? И она испугалась, потому что я очень прямо громко сказал. Знаете, когда мы передаем Евангелие для одной жизни, вы не представляете, как сильно действует злой дух. Вчера хорошо общались, а сегодня ночью появились разные мысли, и перестает уже слушать слово. Однако по удивительной благодати Господа мы получили прощение грехов. Мы родились свыше. Аминь. И мы стали членами семьи Господа. Однако сатана продолжает говорить: нет, у тебя не получится. Ты, у тебя же ведь столько желаний, ты же любишь деньги, ты же ведь любишь мир, ты же ведь пьешь иногда. Разные мысли дает дьявол. И уничтожает в нас сердце, которое любит Христа. И действительно, мы очень глупо обманывались дьяволом. Теперь давайте не будем более обманываться. Аминь. Да. Дьявол, скажите, ты не знаешь. Иисус, знаешь, почему Он умер на кресте? Он умер, чтобы очистить этот грех. С моим грехом уже покончено. Да. Молчи, дьявол, скажите. Да. Сатана, молчи. Почему Бог написал это слово сегодня для нас? Потому что и сейчас сатана действует, чтобы мы не обманывались. И сейчас Иисус ведь любит меня. Иисус говорит: я люблю тебя. Я тебя поставлю. Я буду помогать тебе. Не переживай. Веруй в меня. Трудись. Ты получишь благословение. Ты будешь счастлив. Однако сатана говорит: нет, у тебя не получится. Дорогие братья и сестры, давайте не будем говорить, что у нас не получится, потому что это голос сатаны. Будем говорить: я могу. Аминь. Иисус со мной. Иисус может вполне это сделать. Теперь я больше не буду так жить. Я стану драгоценной слугой Божьей. Я, может быть, неталантливый, однако, может, я не поступаю в мессианскую школу, но я буду жить ради Евангелия. И Иисус будет действовать во мне. И ведь Петр тоже трижды отрекся от Иисуса, но стал драгоценной слугой Божией. Юда Искариот, он предал Иисуса, и потом, будучи обличаем совестью, дьявол говорит: умри, умри, умри. И он в конце концов покончил жизнь самоубийством. Да? И все внутренности вышли, говорится в Библии. Если бы Юда Искариот поменял бы свое сердце, как Петр, как было бы хорошо. И я часто слышу, как дьявол говорит: какой из тебя проповедник? Как ты можешь быть евангелистом? Эти слова многократно были слышны мне. Но что удивительно, что наш Христос возлюбил нас. И каждый раз, когда я открываю Библию, те люди, которые совершили зло, когда встретились с Иисусом, они освобождались от зла. Даже Петр трижды отрекся от Иисуса. И Давид согрешил, но Бог действовал. Господь Бог, Он все наши беззакония очистил и сделал нас чистыми. И не оставил даже следа. И не воспоминет более. А также Он сделал нас драгоценными тружениками Царства Небесного. Он поставил нас евангелистами. Вы рады? Верите ли вы в это? Теперь все мы должны
Давайте будем жить ради Евангелия Христа. И чтобы Господь уже взял на себя ответственность за вашу жизнь. Давайте поручим нашу жизнь Его руки. И мои слабости, и мои недостатки, и то, что я неправильно, может, сделал. Все это мы отдадим Господу. И пускай через нашу жизнь Иисус получит всю славу. Дьявол будет говорить: нет, у тебя не получится, ты же обманывал, ты же согрешил, ты же злой, ты же ведь любишь плоть. Да, дьявол, я люблю плоть. Я люблю есть, и что с этого? Именно поэтому я занимаюсь делами Господа, потому что Иисус использует меня. Наш любимый Господь, Он возлюбил нас и показывает в Библии множество сердец людей. Петр, который трижды отрекся от Иисуса, Бог нарисовал его сердце и показывает, как Иисус меняет его сердце, как Он исцелил хромого. И Господь нам это показывает. Давайте теперь мы являемся теперь Петром нашего времени. Не надо попадать под искушение. Да, у нас есть неправильное. И да, мы, может быть, им обижаем Господа Бога, но не будем из-за этого мучиться, потому что кровью Иисуса Христа мы стали чистыми и теперь можем радовать Господа Бога. Не говорите, что у вас не получится. Говорите, что все хорошо. Да, говорите, что теперь Господь действует во мне. И тогда уже 2020 год. И давайте в этом году будем всем сердцем любить Господа, чтобы всю славу мы могли передать Господу.